Привет, дорогие друзья и подписчики. Так, сегодня мы на Староконном рынке. Итак, Каникорсик. Добрый. Кушаем. Да. То в прошлый раз сказали, что он спит так. Теперь он кушает. Так что подрос, если да, можно и поесть. Да, да, да. Скажи, я тоже хочу кушать. Да ей уже угостили, хватит с ней кушать, она хочет. Так, тут у нас ротвейлеры. Добрый, сколько вашим ротвейлерам? 2 месяца. Ай ты радость, ай ты радость. Сколько щенок? 200. Красавцы. Ай, скажу, на маму реагирую. Ай, на маму реагирую. Скажу, зато я в тепле. Ну, как сказать, все равно трусится. Одетый в чехле. Сколько ему? Почти 3. Что вы просите? Уже готова за 10 отдать. Да, пацан? Да. Так что приходите, забирайте. Какого красавца. Да. И шикарными ушами. А, хороший уши хозяин. Да. Что есть, то есть. Хоть уши стоят. Немцы. Не подхожу близко. Я не подхожу, не надо на меня так смотреть. Это мама или папа? Это папа. Папа такой красавец. Да. Папа сразу такой взгляд окинул. Правильно, да. Я защищаю, все верно. Сколько им? 1,5 месяца. Что вы просите? Хорошие. Да. Это пацан, да? Да. Это 2 девочки. Пацанчик крупненький такой. Да. Лохмач. Да. Папа шикарный. Папа, конечно. Так что, друзья, приходите, смотрите, какой выбор собак. Приходите, выбирайте обязательно щенка себе. Друга в семью. Тут у нас маленькие. На подушечке такой вот Йорик. Так, тут уже знакомые нам западносибирские лаечки. Они тоже чуть подросли. Видите, как-то с прошлого месяц назад ровно мы снимали. Честно сказать, за этот месяц многие собаки пооставались на своем месте. Ой, боже мой, злючка такая. Да, охрана, скажи, сразу охрана. Это мама или папа их? Это братик. А, это братик. Вот такой вот сразу, вот такой вот злючий. Боже упаси, я тебя не трогаю. А сколько ему? 8. Уши шикарные. Что вы просите? 800. С документами, чипированные, родители титулованные. Плановая вязка. Друзья, приходите, выбирайте. Смотрите, какой шикарный, шикарный образец, да, действительно. Мальчик выставочный. И сразу уже охрана в доме. Звоночек. Так, у нас пекинесик и мопсик. Ой, ты боже мой. Это знаете, как из-под прилавка всегда самое интересное. Мне раньше очень нравится. Обалденный. Да. Сколько этим пекинесикам? Какой? Ну вот черный, который вы положили. Триколор стоит $10. А сколько ему по возрасту? Месяц 3 недели. Зачетный. Очень зачетный, таких нет. Да. Так что, друзья, вы видите, какой эксклюзив есть на рынке сегодня?
Обязательно приходите, постараюсь сегодня выложить видео, для того, чтобы завтра у вас был день прийти забрать собаку. Беленький 200, максишка, девушка, менюшка, 300. Это девочка, да? Да. Так что, друзья, пожалуйста, приходите, забирайте. Хозяев вам обязательно. Тут у нас кто? Тут у нас кто? Шпиц. Шпиц. Сколько ей? 3 месяца. Что вы просите? $600. Красотка. Подходим, не красотка. Стесняемся, торгуем. Да. Ну, друзья, приходите, забирайте. Классный такой. Окрас Пати Колор, двухцветная, вот она, видите? Угу. И таких очень собачек очень мало. Да. Даже отличная собака. Так что, друзья, приходите, забирайте. У вас завтра есть еще один день, и все. Это точно. Хороших хозяев, ребят. Самое хитрое всегда у папы под курткой. А, это своя. Это для души. Она знает это. Явно девочка, да, наверное? Она родилась еще 10 дней до родов было, и кесарево делали. Это из эмбриончика выросла. Вот такая вот. Боже мой, один нос торчит. Это уникально. А это с эмбриончика у нас выжила, 10 дней до родов было. Сделали кесарево, она решила, что будет жить. И тащила. За 10 тысяч. За 10, говорят. Да, выжила. Чья она, чья я. Ой, боже мой, хвостик такой. Сколько ему? 2 месяца. Что вы просите? 400. Посмотрите ширину челюсти. Да. Да я вообще, я не вам, я женщине. Зрителям тоже сразу, зрителям тоже. Зрителям тоже, да. Приходите, выбирайте, есть выбрать. Да. Как же я бегать хочу, они, да, они в клетке сидеть, да. Хороших хозяев и бегать. Сколько ей? 4 месяца. Что вы просите? Такой вот там ставчик. Да. Да. Это папа или мама? Бабушка. Я не подхожу ближе, неправда, я не подхожу, нет. Не, чужих собак не трогаю. Не трогаю чужих собак. Не потому что разрешаю, не разрешаю. Нельзя переносчик болячек, это прежде всего. Проще всего собаке подарить болячку, особенно вот так рынки. Сколько ему? Почти 4. Девочка. Девочка, да? Девочка. Привет. Привет. Я здесь. Ой, ты красавец. Я здесь. Чисто привет. Кукла. Хочет семью очень. Да. Прививки можно уже гулять. Нужно уже забирать, девочка. Нужно уже забирать и гулять. Взрослая девочка. Да. Привет, забирай меня быстрее. Да. Папа, я не хочу, мне тепло, хорошо. Да. Да, я тебя люблю. Так забирай, что, друзья, меня. Приходите, выбирайте, забирайте. Да. Шикарная. Да. Мы здесь. Да. Можем завести. Вот, видите, могут завести, все могут. По дороге. Да-да-да. По дороге можем завести. Может, ее раздеть и показать? Я думаю, что не надо. Кто захочет, тот придет. Этих животных прекрасных, хороших хозяев вам. Да. Так, продолжим. Здравствуйте. Такой вот красавец. С голубыми глазами. Сколько ему? Разноглазый. А, разноглазый? Да. Видно только голубой. Ага. Это мальчик, да. Хаски. Сколько по возрасту? Хаски. По возрасту. 14-го будет 2 месяца. И что вы просите за них? 3000 гривен. Да. Недорого. Так что приходите, выбирайте друга. Классные щенки. Да. Очень разговорчивый, да. Умный. Так что хороших хозяев. Спасибо. Собак. У нас Мейн-кун. Добрый. Развитый бойчик. Да. Черный такой. Сколько ему по возрасту? Это девочка. А, это девочка. Да. Что вы просите? 300. Высокие кисти, крупная. Да, морда классная.
Да, классная морда и уже весит 4 килограмма для 5 месяцев. Это да, это довольно-таки крупно, особенно для девочки. Так что, друзья, кто просил котов, пожалуйста, приходите, забирайте. Ну, мы тут есть. Отдам в хорошие руки, так что приходите и выбирайте. Спасибо. Да. Да. Тут у нас йорки. Добрый. Звезда Ютуба опять ушла сразу. Вот так вот. Вот там. Или вы только отогрелись, папа, не трогай, да? Ой, какой. Какой шикарный, да. Сколько им по возрасту? 2 месяца. Шикарный. Что вы просите? $300. Достойные. Все, прячь, там утеплее будет. Приходите, выбирайте, пожалуйста. Есть выбор, мальчики, девочки, все есть. Хорошие собаки. Они вас ждут. Так, мальтипу. Тут у нас сборная. Видите, какой классный шпиц. Ой, какой красавец. Кто-то, кстати, спрашивал у меня видео серенького шпица. Поэтому приходите, забирайте. Вот он есть в наличии. Красивый, маленький, пушистый. Тут у нас йорки. Так вот в теплом месте спят. Так что йорков много. Видите, мой рынок только начали, но йорков много. Приходите, кто хочет маленькую собаку. То есть довольно-таки большой выбор. Вот тут шотландские котята спят в пледике. Так вот. Не надо будить, не надо, да. Мы-то отогрелись. Так сколько им? 1.5 месяца. Стоит все, на лоточек ходит. 4 тысячи. Приходите, выбирайте. Видите, приученные к лотку уже едят все, поэтому хлопот почти не будет. Да. Добрые. Добрые, нежные, ласковые. Приходите, забирайте любимцев в семью. Боже, как тут пошел. Это месяц ему 1.5, наверное? 1.5. Замечательно. А он уже умеет там... Все, кушать умеет. Они в 3 недели, я их начинаю потихоньку приучать к еде другой. И к лоточку вот от 3 до 4. О, а вот и наши лабрадоры. И вот наша хозяйка лабрадора, которая справилась. Подняла их с пола, поставила их на сетку, да? Да, я молодец. Кто молодец? Кто молодец? Я молодец. Я молодец, да. Йорик. Йорики. Да, уже сегодня хорошо продали братика. Остался еще один. Еще один братик. Да. Так что йориков много на базаре. Приходите, да. Выбирайте. Есть так, выбор. Зовут его Винчестер. О. 2.5 месяца. Вообще просто, бубочка бубочкой. Знает команду ко мне. Сидеть, место. Кушаем мы по команде, можно, о, нельзя. Да. Вообще, уже готовая собака. Уже, да, на братья на выставку идти. Да, вообще. Да. Винчестер? Мой мил. Притрес спать хочу. От слова вино. 100%. Да, я же Винчик, это Винчестер. Я вижу, что рядом сразу стоит. А, ну да, вино сухое, да, я же... Цена его 7 тысяч гривен. Вот, видишь? Так что приходите, забирайте вот этого красавца. Да. Маме. Скажи, нос могу всунуть. Да, да, да. У нас чихуашечки очень редкого окраса, лиловые. Да. Шоколадная Мерле. Ой, Мерле вообще класс. Короткошерстные. Документы КСУ, ККУ, чипированные. И главное, девочка, что уже приучены к еде общей. Девочкам 4.5 месяца. Красиво, особенно Мерлешка, конечно, вообще обалденная. Это девочка, да? Да. Да, так что, друзья, приходите, выбирайте. Шпицы. На розовой девочка подушке. Девочка и мальчик уже начали одеваться 6 месяцев. Вот так вот, берете шпица, покупаете такую же подушку. Так что приходите, друзья, выбирайте собак, очень много. Тут у нас и кошечки, и собаки, шотландские, йорки, где-то чихуашка закопалась.
Такие вот французики. Им 2 месяца. Сегодня у них день рождения. Да. Что, вы просите за них? Нет, конечно, это шмаль. 500 и 600. Так, 500 и 600. Так что приходите, выбирайте цены адекватные за хороших собак. В общем, Валя будет. О, американский кокер спаниель. В прошлый раз у меня просили спаниели. Вот, пожалуйста, спаниели тоже есть. Красивые, коричневые. Сколько им по возрасту? Шикарные спаниели. Вот их мама. Поэтому приходите, выбирайте, кому нужен спаниель. Это мальчик или? Это мальчик, да. Это ответ. Можно его? Можно? Задрите. Красавец. Я его вот, какой видите, красавец. Вот, обрел счастливые добрые руки. Нравится? Да. Да, это красивее, чем тут. Так, тут у нас... таксы, шицу, чихуа. Видите, все лежат на грелочке, чтобы никто не говорил, что на улице холодно. Да, на улице плюс 2, но у всех грелочки теплые лежат, поэтому собаки в тепле. Кто бы что ни говорил. Тут у нас... ой, какой красавец. Да. Девочка. 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 Сколько ей? 2 месяца, получается. Два Соболь. Месяца. Будет среднего размера. Что вы просите за нее? $500. 500. У нее родители КСУ, есть прививка уже, обработана от всего по возрасту. Супер. Друзья, действительно достойная собака. Любимец в дом. И чистенькая, знаете, сразу и глазки чистенькие, мордочка чистенькая. Это очень большой показатель. Нету паразитов у животного. Поэтому приходите, выбирайте, забирайте друга. Постараюсь выложить сегодня видео, чтобы завтра у вас было время прийти забрать собаку. Так, приходите, друзья. Вот такой вот красавец. Красавица. Новогодний подарок. Да, новогодний подарок себе под елочку, да. Хороших хозяев, ребят. Тут еще чихуашечки. У нас сколько чихуашечкам? 3 месяца. Это 2 мальчика, гладкошерстный и короткошерстный. Стандарт, это уже их максимальный размер. У них папа 3 килограмма, мама 2. И что вы за них просите? 10 тысяч гривен. У них обработки, прививка, то же самое, щенячка есть. Достойная цена. Свитерок дарим в подарок. Вот так вот, понятно, свитерок в подарок, так что приходите, выбирайте. Еще голосистый такой. Да. Да. Это папа или мама? Папа. Это папа, так правильно, защитник. Я защищаю детей, скажи. А сколько деткам? 3,5 месяца. И что вы просите? 500. Я не подхожу. О, ну это вообще... Да, да. Я не подхожу к тебе, ни к детям тоже, я не подхожу близко, неправда. Вот сегодня день спаниели, сегодня спаниели, у нас тоже здесь масяни. Сколько им? 6 недель. Угу, 1,5 месяца. Что вы просите? 3000 за девочку, один мальчик у нас остался, 4,5. Угу, и цены хорошие. Надо уже что... раздать, чтобы семьи свои да. Пришли, чтобы они не мучили. Хорошие руки, да. Чтобы их любили и растили, и мяском кормили. Так что, друзья, приходите, вот такая вот красота есть. Такие вот спаниели, действительно шикарные. Да, вот такие вот, да. Кладите его ко всем, ему холодно. Этот мальчик, то девочки. Видите, какая девчачья армия. Так что, кто хочет, приезжайте, звоните и забирайте. В срочном порядке, сегодня же. Так, тут у нас всевозможная утварь у ребят, ошейники, таблетки, все, что нужно для ваших питомцев. И вот такие вот шикарные коты. И собаки. Мальтийская баллоночка есть. Выбор сегодня собак довольно-таки большой. Для начала декабря приходите выбирать. Особенно, на удивление, мелкие породы собак. Хотя, как обычно, в такое время обычно крупные породы собак. Но, наверное, это связано все-таки с тем, что сейчас люди меньше сводят, поэтому крупных меньше. Вот тут у нас
известный нам заводчик, добрый, с американскими акитами. И у них следующий выводок таких вот красавцев. Да. Да. Скажи, я любопытный. Я любопытный. Два мальчика, да, судя по всему? Нет. Нет? Девочка-мальчик. Ага. Да, девочки, ты очень крупная такая, да. Супер. Ну что, ей уже скоро 2 месяца. Супер. Ой, ты все равно. Да. Не, ну конечно, мальчик, да. Мальчик такой, но лапки солидные, солидные. Что вы просите? 800. Да, за таких собак довольно-таки демократичная цена. Не, у них родословие очень сильное. Так что, друзья, приходите и выбирайте. Еще 2 кобеля. О, есть еще 2 кобеля. Видите, тут не все, девочки, поэтому... Красный такая. Есть и серый есть. О, видите, какая красота. Поэтому, друзья, созванивайтесь и забирайте. Собаки действительно достойные, очень достойные. Тут у нас французики, который нам уже знаком. Добрый. Да, здравствуйте. Да. Мерле. Уже один остался из них. А, тут еще 2 есть серий. Вот да. Да, смотри, да. Чудо. Чудо. Лиловое. Да, ушастое чудо такое, ага. Лиловое. Скажи, мне хорошо, мне тепло у мамы. Да. Да. Тепло. Да. А это понимаю. Скажи, да, я сразу ищу дырочку, я сразу хочу, да. Друзья, приходите и выбирайте. Действительно достойные собаки. Вы знаете телефон заводчика, мы уже озвучивали его вам. Многие по вас спрашивали про этих собак. Да. Да. Так что приходите, выбирайте друга. Чихуашечки. В кучке. Видите, тоже грелочки. Все, кто спрашивает, что собаки мерзнут. Собаки не мерзнут. Вы видите, что запотевают изнутри эти боксы, потому что внутри теплые грелки. Поэтому собаки находятся, мало того, что одеты, они еще находятся в тепле. Теплые грелки им подогревают. Что вы просите? 350. О. Так что, друзья, приходите, есть. Добрый. Тут у нас шицу. Различные, начиная от трехцветных и заканчивая темными, почти черными. Черный, сополь. Вот. Сколько им по возрасту? 2,5 месяца. 2,5 месяца сегодня как раз, видите? Поэтому приходите и выбирайте. Есть большой выбор на собак. Французский бульдожка. Да. Да. Такое, да, такое вот. Сколько ему? 2 месяца. 2,5. С 2 прививками мальчик. Да. Какой-то белой лапкой такой, да. Да, белая грудка полностью. Вот. Все беленькое здесь. Беленький. Буду раздевать ничего. Что, приходи, надо раздевать, сейчас холодно на улице. Кладите его, брат, тому теплее будет. Так, приходите, выбирайте. У нас пекинесики. Тоже различные, начиная от трехцветного и заканчивая черным. А, он черно-белый, с белой грудкой. Да, судя по всему. Да, ой, какой красавец. Сколько ему по возрасту? 2,5. Супер. Так что, друзья, о, а тут трехцветный. Даже не знаешь, какой лучше, говорится. Все настолько шикарные. Да. Да. Так, друзья, приходите за собакой. Мишки такие у нас. И вот и третий, сразу вам и третьего показывают, для того, чтобы видели, да, да. 5 месяцев, 2 девочки. Вот. Одна Мерле, 2 черненькая тигровая. Что, документы, прививки, все полностью есть. Прошу $500. Так что... На черненькой торг уместен. Ну, в любом случае, небольшой торг уместен. Так что звоните сразу. Видите, здесь вот есть меньше. Тоже Мерле. Шикарные. Давайте я так сюда засуну. Месяца. О, вот так, чтобы не вынимали их, да. Голубая генетика, голубой Мерле, 2 мальчика осталось. И 2 девочки. Одна Мерле беленькая, 2 голубая коробка беленькая. Вот, друзья, звоните, забирайте сразу из тепла в тепло, чтобы сюда не ехать. Сразу из дому забирайте
шикарных собак. Да, да. Можно и домой к нам приехать, если вот, есть. Видите, кто хочет, приедет домой, посмотрит, заберет, выберет себе. Да, посмотрите папу, папу, маму. Маму на любой вкус. Поэтому, друзья, вы просили именно этих французов, вот вам именно телефон этих французов. Так, звоните. Вот, в Одессе началась тревога. Так, продолжаем дальше по тревоге проходить базар. Тут у нас пуделя. Которые спят. Которые спят. Все черненькие, один рыженький. Подкидыш, наверное. Да, подкинули. Подкинули. Да. Сколько им? 3 месяца. И что вы просите? Ну, уже так, что 350 отдать. Угу. Это 450. Мальчики, девочки, да, эти есть? Да, три таких. Не линяют, не воняют. Вот. Самый просили пуделей, друг. Пожалуйста, пуделя. Сегодня сильно большой выбор. Итак, звоните, выбирайте. Да, вот, у нас американская. Да. Там пацан есть. Ну, они такие общительные. Общительные, да. Акита вообще очень хорошая порода собак. Да. Достойная дома. Да. Главное, чтобы хозяин был достойный. Это точно. Далеко. А то потом сам хозяин и будет страдать. Скажи, да, ты ушел недостойный. Мальчик-девочка, да, судя по всему? Две девочки. А, это две девочки? Да, да. Две девочки очень крупные, это, особенно вот это. Это вообще огонь. Да. Это вообще голова. Да, красавица, все. Красавица. Огонь. Так, друзья, номер телефона есть, пожалуйста, звоним, забираем, выбираем. Сколько вы просите? 600. 600. Так, сколько им по возрасту? 3 месяца. Да, да. 2 прививки. Так, друзья, вы помните, все у нас есть видео, мы вам рассказывали про эту породу собак подробно. Показывали, рассказывали, очень поэтому умные. Выбирайте. Очень умные собаки, да. Ну, как любой собакой, нужно заниматься, конечно. Да, это ребенок в доме. Да. Поэтому его нужно воспитывать и себя воспитывать вместе с ним. Совершенно верно. Да, да. Да, 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 да. Щенки французского бульдона. Вот это наши стаффордширские терьеры. Вот они. Вот они. Ой, как нас много. Ой, как у нас тепло здесь. Мама, смотри, ты нам натопила. Ну да. Да, нам хорошо. Это как раз опять-таки к тем, кто говорит, что вывозят детей на холод. Нигде они в холоде не находятся. Все заводчики стараются, чтобы все животные были здоровые, в тепле и накормленные, уютные, чистенькие, смотрите, аккуратненькие. Угу. Поэтому есть телефон, звоните, выбирайте. Нам и мальчики, месяца, о. Да. Это пацан, да, рыжий? Да. Да. О, о. И что вы просите за них? От 300. Хорошая в цена. Да. Щенка, хорошая цена, хорошие щенки. Видите, разный окрас. Действительно достойный окрас есть. Да, да. Поэтому выбирайте, смотрите, звоните. Катя все вам расскажет и покажет. Кристина, выйди, покажи французов. Тоже французы греются. Тоже греются. Конечно. Да. Мысенок. Да. Это наша Джерри. Сколько ей? 1.5 месяца. Ой, мы зимой. Начинаем продажу. Ой, зимой. Что вы за нее просите? От 400. Угу. То есть именно вот этот бульдожик, угу. Этот 500. Это наша Симбочка. Симба. Ну, скажи, я так сладко уснула. Да, да, она у нас, видите, такая помеченная полосочка, угу. как в мультике. Поэтому да. Дочка назвала ее Симба. Точно. Вот. И у нее еще есть сердечко. Ой, какая есть красота. 4 девочки и 2 мальчика. Так, тут у нас немец, мы видели да. его, по-моему, да, на прошлом девочка, рынке. Девочка, да, 3 она месяца. Была чуть поменьше. Девочка да. 3 месяца, одна осталась у нас. Вот. $350. Все вакцины. Вот она такая вот, да, любвеобильная, да, скажи, залежу, да, 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 я вижу, да, ты хорошая девочка, да. Это мама с папой, я так понимаю, да? Да, это мама с папой. Мама с папой. Так что, друзья, приходите, звоните и забирайте, прямо из дома. Тут у нас коты. Добрый. Это мейны, да? Мейн-куны. Сколько им по возрасту? 5. Так что, друзья, видите, коты есть, собаки. Приходите, выбирайте, кому что интересно. Действительно достойные экземпляры. Вот таких вот красавцев. Вот так, вот так вот. Вот так. Ой, как придумали. Да, скажи, мы тут все на подбор. Как на подбор, все к маме. Да, ой, какой красавец. Да, да. Ой, это вообще, вообще бомбический. Да, вот ты, да, да, именно ты, именно ты. Это миник, мимишка, ей 5 месяцев, она самая обалдеть. Старшая здесь, да. Обалдеть. Это мраморная Мерле. Что вы просите за нее? $400. Вообще, две прививочки, шикарная документ. Цена. Друзья, она телефон вот показал, звоните, забирайте. Перелиняла, нарастает шубка.
Вообще бомбическая собака. Маленькая. Просто. Да. Карманная. Угу. Именно карманная. Заводила такая. Да. Звоночек. Так что, друзья, вы видите, насколько хороших есть собак на рынке. Цветные шпицы. $300. Две прививки, документы. Вот. Друзья, телефон есть, звоните, забирайте. Ой, какой красавец. Шпицы тип мишки. Тоже мальчик, вот да? Мальчики, мальчик, да. Мальчик. Пушистые. Да, да. Да, но это, конечно, вообще вот просто бомба. Да, просто она, бомба. Да, она от шерсть наберется, у нее она, да, будет, да, пушочек. Я тут, да. Один, да, глазик голубой, один такой мерлешка. Да. Друзья, хорошие руки вам всем, да. Знакомый нам заводчик с очень правильными выставочными такими боксами, да, теплыми. Просто нереально. Да. Американские були, не путайте их, пожалуйста, с другими породами собак. Да, да, вот видите, же ушки позаживали, мы помним в прошлый раз, да, ты был как раз только после обрезки ушей, да, красавец. В сережках тогда. В сережках был, да. А сейчас уже красивый, с ушками такими красивыми, да, да. О. Есть еще вон. О, француз? Да, маленькая француз. Да, да, да. Да. Не, ну ты, конечно, бомбический. Этот взгляд, этот просто взгляд дорогого стоит. Да, и там француз. Скажи, меня снимай, я на француза снимать. Не надо француза снимать, меня снимай. Да. Да, красавец, красавец. Да. Ну, это, конечно, вообще такой вот, да, да, да. Так что, друзья, звоните и забирайте собак. Не будет, да, больше ходить, потому что оно уже прописано. Вот это, да, вот такой вот красавец. Еще раз говорю, американский булли. Не путайте ни с амстаффом, ни с другой любой породой. Это совершенно другая порода собак. Поэтому, кому интересно, почитайте, посмотрите и понимайте, что вы хотите купить. Добрый. Я уже думаю себе, может быть, да. Мы вас давно не видели. Стандартно раз в месяц. Я уже думаю, может быть, шпица. Правильно, месяц прошел, мы, да, скучали. Да, спасибо. Или мы тоже за вами скучаем. Да, что, да. Вроде пушистенько. Красавцы, красавцы. Приходите, выбирайте. Тут у нас французики наши знакомые, добрый. С яйцами, которые. Которые идут к французу, идет 10 яиц в нагрузку, кто покупает француза. Вы помните это, да? Когда вы приходите к этой женщине, всегда напоминаете наши слова. Яйца в подарок после покупки собаки. 10 яиц каждому. Да. Да. Вот и морда, да. Да, ну правильно, конец уже, конец дня, уже можно и поспать. Достаточно поздно снимать пришел, надо было сразу, да, когда мы бегали еще. Друзья, и на этом мы заканчиваем сегодняшнее видео с рынка. Звоните, выбирайте, видите, почти все заводчики действительно прислушались к нашим просьбам, выставили номер телефона, поэтому вы можете позвонить и купить себе собаку по телефону. Тех, которые вы уже посмотрели в нашем видео. Итак, Зоотроп работает для вас, мы едем дальше.